Сейчас я прочитаю пролог «Исповедь Хохлевака». Начало вы уже слышали, будет продолжение. «Я царь Ахашверош, я не плох и не хорош, и цена мне может грош, когда я пьян, вершить дела мал. Непослушание не терпел, а слушников казнить велел. Отдал я вашки палачу, о том жалею и молчу. Казнил я подлого Амана, хотел лишить меня Нсана. Без Мердыха его пропал, свалиться с трона он не дал. Народ евреев сохранил, мой великий Господь простил, награду дал он мне Эстер, и с нею счастлив я теперь, без веры». А дальше песня про меня и про Пурим. Но вот за этими всеми делами, что-то у меня голова разболелась, корона тяжелая, я ее, пожалуй, сниму, и дальше будет петь. Шура! Илюша! Там прислуга. Yeah, brother.
прощением. Thank you.
огонечка. Вот она. А, я думала, забыла. Маленький праздничный концерт и шептание. Все нормально, можно выключать. Все. Пусть сидят!